Это ТСН, мы продолжаем. Следственный комитет выясняет причины, повлекшие госпитализацию юного тюменца. В субботу 9-летний мальчик получил ожог левой голени. Ребенок наступил в лужу кипятка, проходя в районе дома 146, корпус 1 по улице Широтной. Разлив горячей воды произошел из-за порыва сети теплоснабжения. Работы на этом участке закончились лишь сегодня. Бригада скорой помощи прибыла на место ЧП через несколько минут после вызова и отвезла мальчика в первую областную больницу. Сейчас он по-прежнему находится в ожоговом отделении УКБ номер 1. Состояние его удовлетворительно. Есть достаточно глубокие ожоги, но, тем не менее, перспективы хорошие, состояние средней степени тяжести. И ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.